бриллиант, огромный сияющий бриллиант в короне Крымского федерального университета и в короне Крыма. Медицинская академия Крымского федерального университета – ведущий вуз полуострова в сфере подготовки кадров для здравоохранения. В этом году академия отметила 90-летие со дня основания. В честь юбилея в учебном заведении прошло торжественное заседание ученого совета. Медакадемия является одним из лидеров как по объему выпуска специалистов, так и по количеству иностранных студентов. Учебное заведение – это и неотъемлемая часть региона, что стало особенно заметно в период пандемии. Сегодня более 600 студентов и сотрудников медакадемии работают в ковидных стационарах и поликлиниках. Я считаю, что в перспективе, конечно же, медицинская академия должна принести очень огромную пользу Крымскому региону и в целом Российской Федерации, потому что мы действительно готовим хорошие кадры для нашего здравоохранения. И последние события, связанные с ковид-инфекцией, это показали. Наши студенты и преподаватели самоотверженно вышли на помощь практическому здравоохранению, работали и до сих пор работают в госпиталях, в красной зоне и показывают тем самым, что профессия врача действительно является очень уважаемой, очень престижной и очень перспективной. Здесь не только готовят специалистов, но и проводят современные научные исследования. Сегодня медицинская академия является участником восточноевропейского научно-образовательного кластера. В вузе открыты новые лаборатории, строятся корпуса и учебные помещения, ведутся разработки в области генетики и клеточных технологий, а также развивается новое направление. Сейчас специалисты работают над созданием Крымской научной школы санитарно-курортной реабилитации. Приветствуя участников заседания, ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев отметил высокий темп развития академии. Поэтому я уверен, что здесь Крымский федеральный университет и вот медицинская академия выступит драйвером, причем драйвером по всей стране. И это позволит, во-первых, увеличить продолжительность жизни россиян значительно, во-вторых, качество жизни поднять. И вот я уверен, что Крымский федеральный университет в лице медицинской академии точно будет процветать, потому что новый век – это век биологии и медицины. В ходе заседания заслуженные награды получили выдающиеся преподаватели и сотрудники академии. Их вручали ректор вуза, представители Министерства здравоохранения и Государственного совета Республики Крым, а также Крымской епархии. Сегодня в медицинской академии обучаются более 5500 студентов, 1700 из них – иностранцы. Ежегодно академия выпускает около 800 квалифицированных специалистов. Нина Келли, Михаил Пагомий, пресс-служба Крымского федерального университета.